30 сентября состоялся отчетный брифинг МЧС, в ходе которого начальник отдела общественных связей и международной деятельности Наталья Гетова сообщила о чрезвычайных ситуациях, пожарах и неклассифицированных происшествиях, произошедших за истекшую неделю. За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС было ликвидировано 200 пожаров. Из них 77 – это горение сухой растительности. Также на прошедшей неделе сотрудниками МЧС осуществлялось дежурство по обеспечению пожарной безопасности на мероприятиях с массовым пребыванием людей. За прошедшую неделю в результате пожаров 2 человека погибло и 2 пострадало. В результате несчастного случая на одном из водоемов в Торезе погиб мужчина. Сотрудниками МЧС были спасены 12 человек, 4 в результате пожаров, 1 в результате оказания медицинской помощи на угледобывающем предприятии в Донецке и 7 человек спасены в результате оказания различной помощи гражданам. Также за прошедшую неделю сотрудниками МЧС 45 раз оказывалась различная помощь населению. Стоит отметить работу пунктов оказания помощи населению, расположенных на таможенных пунктах пропуска в Донецке и Горловке, а также поселке Еленовка и Новоазовском районе. За прошедшую неделю за различной помощью к сотрудникам МЧС на пункты оказания помощи обратились 2010 человек. Из них 95 нуждались в оказании медицинской помощи. Кроме этого, реанимационно-противошоковая группа МЧС привлекалась на угледобывающие предприятия республики для оказания медицинской помощи горнякам. Также 48 раз был задействован отряд пиротехнических работ МЧС, в ходе которых было выявлено и обезврежено 75 единиц взрывоопасных предметов. Дарья Шарапова, Новороссия ТВ.